Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас видео для девчонок. Я знаю, что вы очень давно ждали такое видео про косметику, так что буду вам сегодня показывать свои косметические продукты. Рассказываю такую небольшую предысторию, где я сейчас нахожусь, вообще почему я приобрела эти покупки, потому что для меня это абсолютно не характерно. Я сейчас живу в городе Нарыч, в курортном городе, городке нашей красивейшей страны, Беларуси. Приехала я сюда отдыхать изначально на полтора месяца, потом пришлось остаться. Из-за неблагоприятной обстановки я была вынуждена, неблагоприятной обстановки в городе Минске, столице нашей республики, где я проживаю, я была вынуждена остаться здесь, в курортном городе Нарыч, жить. Так что я осталась здесь жить на какое-то неопределенное количество времени, продолжаю отдыхать, приехала сейчас в гостиницу Нарыч и отдыхаю в этой гостинице. Жила я до этого в Спутнике, жила я до этого полтора месяца в Спутнике, потом жила в Приозерном и сейчас я нахожусь здесь. Вот. Очень много косметики, которую я брала с собой, конечно же, у меня закончилось. И мне нужно было, конечно же, что-то приобретать, потому что это все расходные материалы для нас, для девочек, такие как парфюмы, спреи, продукты для волос, лица и так далее. Еще раз повторю, что я не планировала здесь так долго находиться, поэтому, конечно же, не взяла с собой такое огромное количество косметики, которое нужно мне на более чем 2 месяца. Итак, покажу вам, что я здесь приобретала. Вот, это вся косметика куплена, потому что у меня здесь закончилась моя косметика. Вот, поэтому такое вот сегодня будет видео. В нашем городе продается только белорусская косметика. Из небелорусских брендов можно приобрести также еще бренд, например, Garnier. Вот, больше, в принципе, ничего у нас нет. Так что начну вам показывать, что я приобрела. Хочу начать с парфюмов, потому что я очень люблю вкусно пахнуть. И для меня это максимально-максимально важно. Вкусно пахнуть всегда. Утром, днем, вечером. Всегда. Поэтому мне нужны были какие-то парфюмерные покупки. Из парфюмерии у нас здесь можно приобрести либо турецкие подделки под знаменитые бренды, которые стоят по $10, либо можно в магазине белорусской косметики можно приобрести белорусские бренды парфюмов, парфюмерии. Вот, вот такие вот я себе купила парфюмчики. Взяла себе 2, потому что не могла как-то сначала определиться. Сначала купила один, потом на следующий, через 2 дня купила еще один. Значит, у нас есть такой белорусский бренд Делис, который выпускает парфюмерию. Довольно-таки такой крупный очень бренд белорусский. И данная парфюмерия считается качественной. То есть они выпускают, в принципе, хорошую парфюмерию по доступным ценам. Я приобрела вот такой вот парфюм где-то за $7. Это очень такой яркий, сладкий аромат. Здесь 50 мл. И он действительно вот такой, как коробочка. То есть он ассоциируется у меня с летом, с вот такими вот красивыми птичками колибри. Он очень сладкий и он очень яркий. В нем много сладких фруктовых нот, очень ярких, очень приятный аромат. Он называется «Коралл». Вот, так что Твикорал называется, вот такая вот у него упаковочка и вот такой вот симпатичный флакончик яркий, вот такая вот водичка. За 2 дня у меня уже израсходовалась очень-очень прилично. Вот, очень классная она, знаете, на утро очень круто поднимает настроение. Вот на такие жаркие летние денечки подходит просто супер. Так что, в принципе, такую водичку могу рекомендовать. По стойкости он где-то приблизительно около 2 часов. Я его чувствую, потом он только чувствуется на одежде. Но, в принципе, учитывая то, что здесь нет ничего другого, из парфюмов, в принципе, это приемлемо. И следующий аромат тоже от этого бренда Делис. Он уже идет из коллекции Атлантика, то есть вот это была туалетная водичка, а вот это уже идет парфюмированная водичка. Произведена она во Франции, производится вот эта коллекция на французских заводах. Выглядит вот так вот упаковочка, сзади представитель группы Атлантика, который всегда идет здесь на коробочках, вот солист группы Атлантика. И аромат называется Атлантика, и это у меня вот такая вот голубая версия. Также есть еще фиолетовая и розовая. Вот такой вот голубой флакон матовый. Здесь уже 100 мл.
Данная водичка стоила $10. То есть даже такую воду покупать выгоднее, потому что здесь $10 и 100 миллилитров, здесь 50 и $7. Поэтому такую воду покупать выгоднее. Могу сказать, что мне очень понравилась. Она очень нежная, чуть-чуть морская и немного сладенькая. Очень такой приятный аромат. Тоже по стойкости он где-то примерно 2 часа. Но мне очень понравилась. Она очень приятная. Я ее нанесла такая необычная. И мне показалось даже, что у нее очень много таких дорогих ноток. Вот. И она ну прям очень-очень приятная. Такая сладкая, свежая, морская. Очень интересная. Из всей Атлантики мне она понравилась больше всего. Так что запоминайте. Дальше хочу показать просто супер новинку для шикарных, красивых волос. Эту новинку выпустила марка Белита. И это у нас эффект салонных процедур, филлер для глобальной реновации волос, многофункциональный дизайнер, молекулярное выпрямление, несмываемый продукт. Вот так вот выглядит упаковка. И здесь внутри вот такие вот саше-пакетики, их 4 штуки, вот такие вот саше. Как нужно использовать этот продукт и что он делает? Я в него влюбилась, сейчас купила все, что у нас здесь есть в магазине, чтобы взять с собой еще потом в запас в Минск, потому что это очень-очень крутой продукт, реально эффект салонной процедуры. 4 саше на 4 применения рассчитано. Стоимость 3,60 это $1.5. Вот можете посчитать, насколько это получается выгодно. Хватает такого саше вот на мои волосы длинные, именно вот на 4 раза вот этих вот. 4 пакетика, 4 раза. Один пакетик на 1 раз на всю мою длину. Просто моете волосы, вот. Далее немножко подсушиваете их полотенцем, да, как обычно. Немножечко подсушиваете феном. И когда уже они такие вот 50-50, да, на 50 влажные, на 50 мокрые, даже вот я ближе к вот уже сухому варианту, я начинаю наносить вот этот продукт. Он такой, знаете, просто, ну, такой чуть-чуть немного жидкий, но не слишком. Вот, как крем, такой крем для волос. Вот, распределяете, наносите, и дальше высушиваете полностью все феном. Желательно немножко выдержать их на волосах, прежде чем вы будете сушить. Да, то есть нанесли, распределили по всем волосам, на кожу головы тоже можно наносить немного, на корни, да. По всей длине вот отсюда, прям до кончиков наносится, да, хорошенечко. Ждете 15-20 минут и начинаете полностью просушивать феном свои волосы, да. Ну, то есть как бы я беру фен, беру брашинг, да, вытягиваю волосы. И после этого могу еще пройтись утюжком. Просто супер крутые волосы. Действительно, эффект салонной процедуры. Мне очень нравится, очень хорошо волосы увлажняет. Как-то придает им блеск, придает им какую-то, такой, знаете, какую-то силу какую-то. Очень хорошо их немного так, знаете, выпрямляет. В общем, очень красивые волосы получаются, поэтому советую вам. Дальше покажу вам продукт, который я вам рекомендовать абсолютно не могу, потому что он ничего не делает с волосами. Абсолютно выброшенные деньги. Стоил он $2. Это Vitex шоковая терапия, интенсивный двойной эликсир для волос, несмываемый. То есть спрей для волос, который должен улучшать качество и состояние ваших волос, как минимум распутывать волосы. Но укрепление, защита, блеск. Ничего из того, что здесь есть, ни укрепления, ни защиты, ни блеска я не увидела. Очень слабый спрей, поэтому вот проходите мимо этой серии, вам ее вообще не рекомендую. Также у меня закончилось масло мое от Garnier для волос, которое мне, в принципе, очень устраивает, очень нравилось. Я купила на смену из кокосовой серии Coconut Hair вот такое вот масло. Тоже мне, ну, честно говоря, вообще не понравилось. Очень слабое масло, очень слабый продукт. Кстати, знаете, я заметила, что большинство спреев белорусских, они очень слабые и не работающие. Вообще у белорусов редко встречается хорошая косметика для волос. Вот. Поэтому все, что я у них не пробовала, все спреи, все масла у них всегда максимально некачественные. Поэтому рекомендовать вам эти продукты не могу. Единственное, что очень хорошее у белорусов для волос, помимо, конечно же, вот этого замечательного продукта, который я вам показывала, это, да, вот филлер для волос. У них есть очень хорошие вот такие лаки. Они у них продаются, вот это мокрые лаки, они называются, да, вот в таких бутылках, да. Это мокрый лак, который наносится уже как бы как финишный на всю прическу. Очень хорошо держит прическу, локоны. Я очень люблю делать именно с этим лаком. Вот такой вот лак.
Из вот этих лаков есть абсолютно разные. Есть типа гранат красный, есть лопух. Вот такой вот. Так что берите. Я очень люблю гранат. Он для меня на первом месте. Но, в принципе, вот такой тоже неплохо работает. Вот. Локоны держат неплохо. Несколько дней, у меня 2 дня спокойно держатся локоны. А высокие прически я вот тоже закрепляю. И на нем делаю девочкам прически. И невестам делаю прически. У меня невесты ходят 2 дня с этим лаком. 2 дня с этими прическами. Поэтому очень качественный лак. Также я для себя выбрала вот такой вот лак для укладки. Когда я выпрямляю волосы, да, немного я волосы сушу. Сушу на брашинг, да, вот. Я потом закрепляю эффект вот таким вот лаком. Это лак типа для укладок именно, то есть не для причесок. Лилея называется вот так вот марка, и он очень хорошо, он дает легкую фиксацию вашей укладки, да, вашим волосам, легкий такой блеск. Вот такой вот вам тоже могу советовать лак, именно если вы любите делать себе укладки, либо волосы выпрямлять, придавать им блеск. Очень вкусно после этого пахнут волосы, то есть также здесь это было указано, что для придания блеска, аромата и легкой фиксации. Очень классный продукт, волосы действительно пахнут очень-очень вкусно и приятно, как после салона. Дальше, следующий продукт, который тоже идет у меня на выброс, к сожалению, как и некоторые из этого видео, это марка Pharmacos. У меня были их маски, я их тоже выбросила, потому что они не работают абсолютно. Я не хочу портить свою кожу такими масками. Мне не понравились они, маски в саше. Абсолютно ужасные, с глицерином в составе. И вот у них есть такой тонизирующий спрей-уход, который я думала, что будет как термальная вода, но это просто какой-то ужас. Стоил такой спрей около $3, и здесь заявлено то, что он идет увлажняющий, защищающий, восстанавливающий здоровый цвет лица на основе термальной воды. Я его брала, чтобы пользоваться им на пляже, но пользоваться им на пляже невозможно. В течение дня им тоже пользоваться невозможно. На макияж наносить невозможно. Почему? Потому что когда вы его наносите, у вас просто, ну, просто здесь такой распылитель ужасный. Такой некачественный здесь распылитель, у вас просто все лицо в воде, это ужасное ощущение, с любого расстояния, с какого вы бы его не нанесли, у вас просто все мокрое лицо, пользоваться им невозможно. Им можно пользоваться только, вот знаете, вечером перед сном, просто увлажнить лицо, но если честно, ничего он особо не делает, ну какое-то легкое увлажнение, абсолютно незаметное. Именно огромная проблема с вот этим вот пульверизатором, с дозатором. Это просто какой-то кошмар. Здесь написано, что это антистресс-спрей, но реально, когда вы им пользуетесь, у вас просто стресс. Потому что идет очень-очень сильное орошение, очень неприятное. Так что, пожалуйста, марка Pharmacos, пожалуйста, поработайте над своими пульверизаторами, потому что пользоваться таким спреем просто невозможно. Это выброшенные деньги, плюс он, честно говоря, ничего не делает. Баловство, которое не стоит вообще вашего даже внимания. Вот. Дальше, что я приобрела для лица. У меня закончились маски-тряпки мои, которые я с собой привозила. Вот такая маска-тряпка стоит 1 евро. Не люблю белорусские маски. Вот конкретно эти Белкосмекс. Хотя раньше ими когда-то пользовалась. До того, как начала пользоваться корейскими. Не люблю за то, что у них огромнейшие просто лекала. У них лекала на какого-то человека в 2 раза толще лицо, чем у меня. Честно говоря, я уже давно ими не пользовалась, и не особо-то я их и люблю. Честно говоря, корейские работают гораздо лучше, и у корейских масок гораздо лучше лекалы. За такие деньги, за 1 евро, можно купить даже 2 корейские маски. Вот, потому что я беру корейские маски по 0,5 евро, вот, по цене, поэтому, ну, как бы, я не очень люблю такие маски. Если вы, конечно, где-то просто отдыхаете, вам нужно купить, так быстренько увлажниться, то да, но, конечно, они гораздо слабее, чем корейские маски, поэтому такое, знаете, ну, so-so, больше не куплю, даже вот сейчас, не имея больше масок-тряпочек, честно, больше не куплю. За такие деньги, ну, не хочется. Так, дальше, что еще хотела вам показать? Хотела показать вам спрей для тела. У меня Victoria's Secret закончился спрей для тела. Нужно было купить какой-то вот на замену. Люблю пользоваться парфюмированными такими спреями, когда выхожу из душа. Также очень люблю пользоваться, когда утром я захожу в свою ванну, я умываюсь, протираю лицо тоником, наношу все свои кремики.
и обязательно орошаю свое тело вот таким увлажняющим спреем. Он мне очень нравится, я его использую как для увлажнения и для такого легкого приятного аромата для кожи. И потом уже иду на завтрак. Вот такой вот спрей, он очень легкий, Лив Делана, дает нежный-нежный аромат для кожи. Стоил он 1,5 евро. Леди Босс у меня, там есть несколько ароматов, я выбрала Леди Босс. 200 мл, очень-очень легкий, очень-очень нежный такой аромат придает коже. То есть это не какой-то стойкий, нет, он просто чуть-чуть, еле-еле такой ловимый аромат. Конечно, это не Victoria's Secret, и здесь нет такого ярко выраженного вкусного аромата, который дает обычно Victoria's Secret. У меня все всегда спрашивают, чем я пахну с утра. Я всегда говорю, это Victoria's Secret, он очень стойкий. Ну, Victoria's Secret, соответственно, и стоит гораздо дороже. Не $1.50, а почти 20. Вот. Но вот тоже, в принципе, имеет место быть такой легкий спрей, если вы любите вкусно пахнуть для своего мужчины, для своего мужа, парня, бойфренда, если вы просто любите орошаться с утра, то обратите внимание на такой вот бюджетный спрей. Далее переходим к продуктам для лица. Приобрела я белорусские маски. Вот, в обычной жизни я белорусскими масками не пользуюсь. И когда я вернусь, я пользоваться ими тоже не буду. Не буду. Почему? По какой причине? По той причине, что это очень слабо работающие маски. Я такой косметикой пользоваться не люблю. Поэтому, вот, знаете, если вы находитесь в магазине косметики, там есть белорусская, там есть, например, какие-то другие марки, масс-маркет и так далее, то, ну, я никогда не куплю такие маски, даже несмотря на то, что они стоят $1-2. Дело не в деньгах, дело в качестве. Я не люблю некачественные маски, которые слабо работают. Но покажу вам, что я здесь купила, потому что пользоваться чем-то надо. Какой-то легкий эффект они дают, но, конечно, по возвращению домой я такими масками пользоваться не буду и 100% их отдам бабушке. Сразу покажу вам две маски на основе глины. Вот это на основе голубой глины, суперпитание с органой и миндалем. Oil маска. Интенсивно питает, смягчает. Короче, пишут, как обычно, целые списки белорусы и спереди, и сзади. Обещают нам все вместе, и питание, очищение, и все. Но мы должны понимать, что если маска на основе глины, то в первую очередь она очищает. Она у меня уже закончилась наполовину. Здесь, ну, состав такой, я уже про него рассказывала в своих видео. Здесь глина, минеральное масло, ну, как бы, а все... Ну, очень много парабенов вредных, поэтому маска такая себе. Наношу ее иногда, но эффекта, честно говоря, не вижу особенного. И вот такая еще маска домашний косметолог, тоже на основе глины, но уже розовой. В масках для лица вообще, когда покупаете, неважно, что тут вам пишут, обещают, важно очень читать состав. И что может состав, этот, как он может сработать с вашей кожей, да, вы должны это понимать. Поэтому никогда не читайте, что пишут здесь. Здесь вам могут написать любые сказки. Очень важно читать именно состав. В составе, кроме глины и кроме овощного масла, где в конце состава ничего больше полезного нет. Поэтому, наверное, все-таки не выбрасывайте свои деньги. Купите за $20 себе маску, купите за 10, за $15 маску. Но покупать за $1 и ждать чего-то от нее не стоит. Вот. Конкретно вот эта маска на розовой глине, она типа крем-маска минеральная, омолаживающая, стимулирующая, как обычно написали кучу-кучу всего. В составе из активных хороших компонентов, которые могут работать, опять-таки читаем состав, и в составе ничего не находим, кроме опять-таки трех видов очень вредных парабенов, да, которые являются консервантами, которых сюда запихнули, кроме, ну, вообще, то здесь состав, глицерин, ну, божечки, зачем это все сюда напихали, я не знаю. Немного пантенола они сюда добавили, спирта добавили после глицерина, в общем, кучу всего. И когда ты просто читаешь состав, ты понимаешь, что ничего из обещанного, то, что они здесь написали, здесь нет. Никаких витаминов здесь нет, ну, то есть очень-очень слабая тоже маска, просто как глина. Вот я их просто использую, то есть вы должны понимать, что просто от них легкий эффект, как эффект глины, не более. Вот, и еще одну маску купила и тоже пожалела, думаю, зачем я это сделала. Маска экстра питания с маслом кокоса, какао. Да. Вот коллекция, вот такая маска экстра питания, стоила она тоже $1.
Здесь в составе вода, здесь в составе на втором месте кокосовое масло, на третьем идет спирт. Далее идут как раз-таки все виды парабенов, очень вредные в середине. Ну и где-то в середине здесь есть минеральное масло. Больше здесь никаких компонентов полезных нет. Очень много вредных, ну, как уже сказала, все виды парабенов и остальное все очень вредное. Ничего полезного здесь для кожи нет. Ну, а что касается масла кокоса, вы должны понимать, что кокосовое масло, оно внутрь кожи не проникает. Оно остается у нас сверху, типа в виде пленки остается на лице и дает эффект такого мнимого увлажнения на пару часов, пока оно находится у вас на коже. Написано, что эта маска не смываемая, ее смывать не нужно. Но лицо очень жирное, и с таким лицом спать невозможно. Вы просто себе выпачкаете все белье. И не забывайте, что если вы маски наносите на ночь, то вы можете потом от них утром очень сильно отекать. Так что лучше кожу не закупоривать вот такими масками, которые не смываемые. Ночью кожа должна отдыхать, и поры должны тоже отдыхать. Закупоривать их вот такими несмывашками не нужно. Поэтому, честно говоря, могу сказать, что эти маски я больше никогда не повторю. Просто купленные они, потому что мне хочется ухаживать за кожей здесь тоже, а здесь больше ничего такого нет. Поэтому, ну девочки, вот какое-то такое очень неоднозначное мнение. Честно говоря, просто не тратьте свои деньги, неважно, это доллар стоит или сколько. Лучше купите себе одну хорошую маску за $20 в обычном жизни и пользуйтесь ей. Ну и напоследок хочу вам показать два продукта декоративной косметики. У меня закончился давным-давно консилер. Я купила консилер от Jordani Gold, заказала себе сюда Oriflame, но он такой, знаете, более подсвечивающий, но, кстати, очень классный. И хотела купить что-то более плотненькое, да, потому что у меня до этого был маковский консилер, он закончился. Ну, естественно, здесь ничего такого подобного нету. Из консилеров только вот эти белорусские все марки были, Lux Visage, Rilouy и так далее. Вот, ну, из них сказали самый стойкий, вот этот вот Lux Visage консилер, который придает сияние, корректирует, он стоил $2. Если честно, просто выброшенные деньги, вообще ничего не делает, вообще ничего не корректирует. Просто ужас. Он ничего абсолютно не корректирует, он не замазывает никакие, не замаскировывает у вас синяки, даже небольшие синяки под глазами. Он ни в коем случае не может даже с маленьким прыщичком справиться. Он вообще не стойкий, это ужасная текстура, какая-то жидкая, нестойкая, которая ничего не замаскировывает. Просто зачем такой продукт делать, который ничего не делает? Ужас. Короче, просто ужас какой-то, поэтому вот буду выбрасывать, потому что, ну, я таких продуктов, таких консилеров в своей жизни, которые ничего не делают, вообще, честно говоря, никогда не видела. Даже от H&M за $2 тоже покупала у них консилер, ничего не ожидала, но там вообще был классный консилер в H&M за $2. А вот это тоже стоит $2, но такая вообще штука ни о чем. Так что даже не тратьте свои деньги, Lux Visage просто кошмар, кошмар. Зачем вы это сделали? Вообще, в принципе, белорусскую декоративную косметику не приобретаю, только вот матовые помады беру. Поэтому, честно говоря, после вот этой покупки больше никогда ничего даже покупать не буду. Я знаю, что они очень слабые, все белорусы, в плане декоративной косметики. Поэтому декоративную косметику, ну, даже рука не поднимается больше что-то купить. А вот это проверенный уже продукт, который я купила месяц назад. Он у меня закончился, и я его очень сильно люблю. Вот его я могу, единственный продукт из всей белорусской косметики, который я могу вам рекомендовать, это вот эта вот ультрамат, пинап, жидкая матовая помада, Lux Visage в оттенке 21. Очень красивый такой нюдовый оттенок, у меня часто он бывал на губах в видео, вы его видели. Я его могу без карандаша и с карандашом, короче, очень такой красивый, такой, конечно, не стойкий, да, но очень такой приятный продукт. Это не какая-то суперстойкая текстура, но он довольно-таки хорошо держится. Иногда, когда вы кушаете, пьете, он, конечно же, у вас немного съедается, но все равно что-то остается на губах. И это, в принципе, за эти деньги, да, за 2 евро очень, в принципе, приемлемый продукт. У них нюдовые оттенки очень красивые, да, и у них нюдовые оттенки, ну, в принципе, можно приобретать, потому что я, по-моему, когда-то покупала у них красный, он, конечно, когда съедается, то совсем это некрасиво смотрится, а вот эти, когда съедаются, практически не видно, поэтому нюдовые из этой вот коллекции могу вам порекомендовать. Вот такой вот был у меня обзор моих покупок, надеюсь, вам видео было полезным. Спасибо и пока!